Внимание, дачники! С началом сезона меняются маршруты движения пригородных автобусов. До деревни Бугачева, например, теперь из города можно уехать прямым рейсом. Наталья Варфоломеева о новинках от транспортников. Автобус номер 137 уже со своей первой остановки заполняется пассажирами. Те рассказывают, маршрут новый и долгожданный. Раньше ходил в поселок Геологов, теперь вот его пустили дальше, до Бугачева. По многочисленным просьбам. Тем временем в Бугачево этот автобус ждут. Местный житель Николай Филиппович шутит. Давно ждут. Как моя жена говорит, мы лет 50 ждали автобус, но вот наконец начал ходить. Несколько раз я ездил, Светлана соседка, отличный маршрут, отличный шофер, отличная посадка и отличный автобус. Сиденья мягкие, хорошо. Я почти в городе до самого дома доезжаю на этом автобусе. В смысле, вы в городе? Да, квартира в городе, а тут дача. И таких Бугачева большинство. Люди говорят, главное, что получили возможность ездить в город быстро и недорого. Автобус ходит 4 раза в сутки. Практически все трудоспособное население на сегодняшний день работает в городе Красноярске. Градообразующего предприятия в данном населенном пункте нет. Поэтому электричка была неудобна для жителей нашей деревни. Жители Бугачева говорят, раньше те, у кого нет машины, выбирались отсюда единственным способом. Вот так, в гору, потом еще в одну, и так до электрички, около 1,5 километра. Говорят, ну, если у вас еще рюкзак за спиной, это целое испытание. В Министерстве транспорта объясняют, схемы движения автобусных маршрутов в крае меняются по поручению губернатора. Инициативные жители писали письма одновременно в Минтранс и главе региона. И вот результат. Кстати, кроме Емельяновского района, изменения коснутся и Сухобуземского. Туда снова пойдут прямые рейсы до Павловщины и Кононова. А опыт Бугачева уже признан удачным. Сейчас Бугачева, наверное, отличается уже от многих территорий в плане возможности добраться до краевого центра. Ну, то есть летний период 10 электричек и еще 4 дополнительно автобуса. Транспортники говорят, что готовы корректировать новые рейсы по мере поступления предложений от пассажиров. Действует горячая линия. Телефон сейчас на экране. Там же можно уточнить и расписание автобусов. Наталья Фламеева, Денис Дымко, СТС Прима. Новости.